«Экспресс-газета» и «Комсомольская правда» представляют совместный проект «Светская кухня». Я Сергей Минаев. И я Раиса Мурашкина. Приготовим для вас свежайшие новости из мира кино и шоу-бизнеса. Привет, я Сергей Минаев. Итак, начнем. Хотите увидеть Дарью Мороз и Надежду Борисову топлес? Не в кино или на картинке, а живьем, на расстоянии протянутой руки. Тогда спешите в Московский художественный театр на спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж». Действие длится 5 часов, но смотреть совсем не скучно. Девушки-то голые. Про себя втихаря помолюсь. Пожалуй, да, глупо об этом, конечно, замалчивать. Вот я первый раз, наверное, на сцене танцую стриптиз. Вот. Ну, собственно, все остальное увидите во время спектакля. Ну, здорово, он такой несколько с юмором сделанный. А вот, потому что я танцую его для своего мужа, узнав о его нетрадиционной ориентации, я пытаюсь его таким образом, как сказать, подстегнуть к возврату в семейное, да, в лоно семьи. И ничего у меня не получается. Вот, поэтому, не знаю, здорово, это все очень весело, и мне кажется, зал тоже доставляет большое удовольствие. Мой самый главный человек, загляни со мной на этот снег. Театр травестирующий. Это карнавальный театр, это театр, который... как бы говорит вам, вы можете довериться, но не верьте мне. Я не собираюсь у вас просить ваших эмоций, вашего сострадания, вашего сочувствия. Светские хроникеры в замешательстве. Очередная знаменитость, проигнорировав роту фотографов и операторов, прошла к алтарю под грифом «Совершенно секретно». Ладно, Ксения Собчак. От нее не только тайной свадьбы, а всего чего угодно ожидать можно. Но вот про Ингеборгу Дапкунайте мы уж точно такого подумать не могли. Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте с радостью рассталась со статусом незамужней женщины. Недавно она отправилась под венец с успешным предпринимателем, который, как и его вторая половинка, родом из Прибалтики. Имя супруга, который, кстати, моложе ее на 12 лет, актриса скрывает. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что разница в возрасте между молодоженными особо и незаметна. Ингеборга выглядит значительно моложе своих лет. 20 января ей исполнилось 50. Для Дапкунайте нынешний брак стал третьим. В первый раз она связала себя узами еще во время учебы в Литовской консерватории. Ее избранником стал однокурсник Аруна Соколаускас. Арунас в Вильнюсе человек известный, он играет в Национальном театре, ведет популярные программы на ТВ. Фамилия его второй жены Иоланты тоже Дапкунайте. А вторым мужем Ингеборги стал английский режиссер Саймон Стоукс. Развод пара оформила 2 года назад. Миллионы мужчин теперь могут спокойно курить бамбук. Вера Брежнева перестала быть свободной женщиной, а стала женщиной режиссера фильма «Любовь в большом городе» Мариуса Вайсберга. Они сейчас в Лас-Вегасе. Снимают третью часть романтической комедии. Не прошло и года, как Вера Брежнева развелась со своим супругом-бизнесменом Михаилом Киперманом. Однако красотка недолго пребывала в одиночестве. Теперь она встречается с режиссером фильма «Любовь в большом городе» Мариусом Вайсбергом. Парочку застукали целующимися в одном из казино в Лас-Вегасе. Долгое время СМИ предполагали, что развод Веры Брежневой с Михаилом Киперманом фиктивный и связан с миллионными долгами мужа. Но ходят слухи, что роман с Вайсбергом у нее уже давно, просто о нем знали лишь самые близкие пары. Поговаривают, что на день рождения Вере Мариус подарил ювелирные украшения от Тиффани. Певица всегда крайне неохотно комментировала события из своей личной жизни, тем более свои отношения с мужчинами. Не собирается Вера комментировать и свой роман с Мариусом Вайсбергом.
Мировые таблоиды в конце недели ошарашили заголовком. У певицы Леди Гаги отказали ноги. Сотни поклонников по всему миру впали в депрессию. Что объяснимо? Особо внимательные тут же обвинили в несчастье фирменные туфли королевы монстров. Как известно, икона эпатажа даже в булочную ходит в фирменных гага-тапочках на 20-сантиметровой платформе. А ведь медики предупреждали, что это опасно. Но кто же их слушает? Врачи то и дело твердят, постоянно ходить на каблуках вредно, надо беречь суставы, иначе беда. Но кто ж их слушает? История Леди Гаги должна послужить многим примером. Никто и никогда не видел певицу без каблуков. А так как стиль у артистки эпатажный, то и каблуки у нее под стать. Экстремально высокие. Не обувь, а какое-то пыточное устройство. Но что только не сделаешь ради поддержания имиджа королевы монстров. Даже выходя из самолета, певица уже костыляет в адски неудобной обувке. Что уж говорить о многочасовых съемках или концертах. И вот в дом пришла беда. У меня для вас неутешительные новости, касающиеся моего гастрольного тура. Мне очень жаль, даже не знаю, что сказать. Некоторое время я скрывала травмы и хронические боли, полученные во время шоу. Но за последний месяц мое состояние ухудшилось. Молюсь, чтобы боль ушла. Я скрывала это ото всех. Не хочу разочаровывать своих фанатов, но после последнего концерта не смогла идти. И до сих пор не могу. Об этом написала певица в своем твиттере. А также сообщила об отмене нескольких концертов. Врачи говорят, что у нее воспаление суставов, вызванное чрезмерной нагрузкой, синовит. Будем надеяться, что певица найдет для себя менее болезненные способы для самовыражения и выкинет все каблуки на помойку. Андрей Аршавин забил на гражданскую жену. Юля Барановская родила ему уже 3 детей, воспитала, а он снова отказывается вести ее в ЗАГС и поставить, наконец-то, штамп в паспорте. Хитрит, выкручивается. Наверное, не хочет делиться миллионами. В декабре британские и российские таблоиды раструбили новость о том, что брак Юлии и Андрея Аршавиных рухнул. Якобы знаменитый футболист оставил жену с 3 детьми ради модели и вот уже 2 месяца живет в отеле. Сами виновники скандала эту новость никак не комментируют, и поклонники спортсмена до сих пор гадают, что же творится в личной жизни экс-капитана сборной России. Но на днях Юлию Аршавину заметили на выставке «Fly to Baku» — современное искусство Азербайджана в гордом одиночестве. Жена футболиста пришла на светское мероприятие в костюме ярко-желтого цвета и свободного покроя. В августе прошлого года она в 3-й раз стала мамой и пока еще не до конца привела свою фигуру в порядок. Юлия держалась чуть в стороне, общаясь в основном с теми гостями, кто так или иначе имеет отношение к миру спорта. Отвечать на вопросы, касающиеся ее личной жизни, супруга спортсмена наотрез отказалась. Впрочем, по последним данным, блудный муж все-таки вернулся в лоно семьи. Как рассказала корреспондентам «Экспресс-газеты» бабушка Аршавина Зоя Ивановна, ну, поссорились. С кем не бывает. У Юлии и Андрея все будет хорошо. По словам Зои Ивановны, несмотря на наличие 3 детей, ее внук не торопится официально жениться на Юле. Спустя несколько лет семейной жизни она по-прежнему носит фамилию Барановская и статус гражданской супруги. Союз одной из самых красивых пар нашего кино, актрисы Екатерины Климовой и актера Игоря Петренко, на грани распада. О причинах пока можно только догадываться. Друзья пары говорят, Игорь слишком внимательно относился к партнершам на съемках. Но стоит ли верить тому, что говорят? Вот в чем вопрос. В начале года появились новости о непростых отношениях в актерской паре Игоря Петренко и Екатерины Климовой. Друзья актрисы утверждали, что еще в ноябре прошлого года пара разъехалась. Мол, Климова арендовала загородный дом и съехала туда вместе с 3 детьми. А Петренко, как говорят, остался жить в их московской квартире. О том, что пара решилась на развод, свидетельствуют и репортажи в светских таблоидах. На съемках в Америке папарацци застукали Климову во время страстного поцелуя с солистом группы «Челси» Романом Архиповым. Пока актриса и ее муж не комментируют свой разрыв. А друзья Климова и Петренко до сих пор верят в то, что Екатерина и Игорь не доведут таки дело до окончательного разрыва. Дескать, они любящие родители 3 очаровательных малышей, поэтому постараются сохранить семью. Я всегда не мог выбрать между Дженнифер Лопес и Анджелиной Джоли. Мне очень нравятся обе эти актрисы. Они, видимо, это как-то прознали и вообще перестали друг от друга отличаться.
В этом году Дженнифер Лопес решила по-настоящему блеснуть на Грэмми. Суперсексуальный наряд звезды никого не оставил равнодушным. Вопреки ожиданиям, никакого сумасшедшего декольте. Однако в удовольствии похвастаться стройными ногами звезда не смогла себе отказать. На церемонии Джей Ло предстала в элегантном черном платье с очень соблазнительным разрезом. Увы, не только положительные отзывы снискал этот наряд. Злопыхатели тут же вспомнили, что фишка с оголенной ногой принадлежит Анджелине Джоли. На прошлогоднем «Оскаре» актриса блистала в бархатном платье с глубоким разрезом. Даже поза Лопес на снимках такая же, как у Джоли. Тем не менее, чего хотела Дженнифер, все же добилась. Она явно выделялась среди остальных гостей церемонии. Хотя главной награды певица так и не получила. Обещанного, говорят, 3 года ждут, но мы ждали больше. Ибо нет сейчас в России артиста более загадочного, чем Земфира. Ее альбом «Жить в твоей голове» действительно желанный. Певица шла к нему долгие 6 лет, и вот, наконец, пластинка готова. Более того, лежит она вся из себя такая долгожданная не на полках музыкальных магазинов, а прямо в открытом доступе в интернете. О таком подарке от Земфиры мы уж точно не мечтали. В ближайший месяц вся страна будет решать, хорош ли новый альбом Земфиры «Жить в твоей голове» или не очень. Долгие 6 лет мы и она шли к нему. Уже сменились туда-сюда президенты, родились и погасли новые звезды, а певица все хранила молчание, предъявив лишь 2 сингла. Деньги без шансов. Не густо, но никто ничего и не обещал. Ибо в России сейчас нет такого артиста, чей альбом действительно бы ждали все. Певица традиционно поет про себя, а каждый считает, что это про него. В этом всегда был феномен Земфиры. Просто говорить о сложном, о том, что волнует каждого, кто любит, разочаровался, хотел жить и умирать. Большинство, конечно же, будет фыркать и требовать ромашки. Мол, первые 2 альбома были супер, а потом уже начались какие-то непонятные эксперименты. «Ромашки» были написаны, когда артистке было в районе 20 лет. Та Земфира уже давно выросла, ее волнуют другие вещи. В альбоме 10 песен. Первая – «Жить в твоей голове». О том, как было и как погибло большое и светлое чувство, о крахе мечты и чаяний. Далее «Без шансов», «Деньги». Завершает пластинку песни «Гора». Певица также объявила о начале гастрольного тура в поддержку нового альбома. Он пройдет по 19 городам России и Прибалтики, но в него не вошли российские столицы. Так что у поклонников Земфиры есть уникальный шанс услышать новые песни вживую. Вот чертик, ну, знаете, вот какой-то вообще вкусненький чертик. Ну, вообще, я предпочитаю рыбу, поэтому везде, где есть море и океан, есть большая гора, что-то все будет свежее, очень вкусно. Светская кухня. Плавали в источниках, в гейзерах, ели черные яйца. Голые? Ну, конечно, естественно. Но по-другому никак. Лучшим поварам России. Очень люблю итальянскую кухню. Обожаю спагетти карбонара. Я очень люблю китайскую кухню. Режиссера фильма «Секс». У меня такой секс любовь.